Всем привет! Меня зовут Ульяна, и это моя рубрика «Живая лексика». Сегодня я вас познакомлю с глаголом «remercier». Итак, начнем! Глагол «remercier» – «благодарить» – это глагол первой группы, поэтому он спрягается таким образом. «Je remercie» – «я благодарю». «Je te remercie» – «я тебя благодарю». «Tu remercies» – «ты благодаришь». «Tu remercies pour ce cadeau» – «ты благодаришь за этот подарок». «Il remercie» – «elle remercie» – «он благодарит», «она благодарит». «Elle remercie pour l'aide» – «она благодарит за помощь». «Nous remercions» – «мы благодарим». «Nous remercions d'être venu» – «мы благодарим за то, что пришли». «Vous remerciez» – «вы благодарите». «Vous remerciez pour le conseil» – «вы благодарите за совет». «Il remercie» – «elle remercie» – «они благодарят мальчики», «они благодарят девочки». «Il remercie pour le soutien» – «они благодарят за поддержку». Надеюсь, вы будете использовать этот глагол. Не забывайте ставить лайки, подписываться на этот канал и писать ваши комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!